Шрек, кто ты ща? Ой, ёб твою ж! Ой, бродяга. Хантер, беги! Господи, эта дрянь тоже и меня нашла! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, успокойся. Ребятки, мы точно сейчас в Roblox играем? Офигеть! Всем здорова, с вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и сегодня у нас будет закулисье в Роблоксе, ребятки, как вы видите. Шрек, все дела. Короче, это жесть, мне Роблокс очень-очень нравится, вот правда. Он такой, понимаете, такая дичь иногда происходит вообще жестко. И вот казалось бы, ну смотри, ля, дядя, нарушение. Ну-ка, ребятки, вот наши братишки, как вы видите, вот они, хорошие наши, мы готовы сражаться. Ля, там Шрек, ля, вон он, Шрек их где, ребятки. Ну что, идем к нему, а что нам нужно сделать? Погодите, а точно к нему ли надо идти? А, у нас есть какая-то вот штука, я не знаю, грибы, лопата, какой-то камень, боже мой, чувачок. Не веди его к нам, нет! Что происходит? Погоди, он же за нами пойдет. Господи, нет, нет, ребята, тут тупик. Тут тупик, боже мой. Погоди, одиночное ремесло, граната, медвежья ловушка. Ребятки, надо что-то сделать. Надо нам какое-то оружие, пушку, ган нужно. Что-то найти, ребята, закулисье, пацаны. Все, про закулисье я больше ничего не знаю. Ай, кто ты еще? Господи, спасайтесь! О, нормально, нормально. Брат, спаси меня. Да нет же, нет, 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 нет. Убегай. Ярик, беги. А все, они отстали, господи. Не знаю, что на них нашло там. Что-то, видимо, почуяли повкуснее жертву. Как комары, заразы. Да, ребята, ну давай, Шрек. Красавчик, просто красавчик, Шрек. Опа, а вот это уже круто. Создать. Успешно создано лобби. Вот это уже круто, правда. Какой-то интересный режим. Monochrome Studio. Эта игра содержит сильные изображения. Кровь, ужасные сцены. Находится еще в альфе. Офигеть! Ого! Нажмите пространство, чтобы пропустить. Ребятки, мы точно сейчас в Roblox играем? Офигеть! Camera rolling. Камера катится! Action. Действие! Че, серьезно? Хорошо! Видишь, это было хорошо. Были хорошие парни, хорошо, да, это было хорошо. Я думаю, мы получим широкий угол, да? Да! Это что, это голос Трики сейчас был? Вы бах. О боже, шо со мной, шо со мной? Вы, hello? Есть там кто-нибудь? Офигеть, это топово. Ты прикинь. Как играть? Двигаться вокруг, спринт, джамп, кроуч. Отлично. Серьезно? От первого лица, блин. Господи, мама, летит. Охренеть, ребята. Я понял, как свистеть на H. На F фонарик. Блин, это офигенно. Я должен найти выход. Но что это? Офигеть. Офигеть, это шикарно, это шикарно. Идите по стрелкам. Все по... Ну хорош, ребятки, Дэн их не будет, ребята. Хотя это, господи, это старая фраза. Наоборот, свистите, и у нас побольше и лайки будут, и деньги будут. Так, пацаны, куда пойдем? По стрелкам, надо идти по стрелкам. Ребята, ищите стрелки, давайте, let's go. Нам нужны стрелочки, нам нужны стрелочки. Парасеты. Охренеть. Пацаны, вы что? Ой, ёб твою ж! Ой, бродяга. Хантер, беги!
Господи! Эта дрянь тоже и меня нашла! Вы мертвы. Вы хотите переработать? Это из Хай-Файфа. Ребята, это просто бомба! Серьезно, это шикарный режим. Это просто шикарный. Вот, боже, ребята! Ну все, отходи, отходи, братик. Так, нам нужно обязательно, наверное, погоди. Шикарный бабай. Да что здесь происходит? Это же жесть! Это пацаны. Опа, фонарик, смотри-ка. Ля, братик, у нас фонарик. У нас, походу... А вот, братишка подзагрузился. Ребят, халявный фонарик, смотри-ка. Ля, продадим на Авито. Пойдет. Так, пацаны, короче, надо действовать быстро. Давайте за мной. Уходим нахрен, уходим, пацаны. Все, не задерживаемся, да ну нахрен. Я с этой проволокой больше не буду. О, выход. А, не, показалось, ребята. Это тот путь? Ну, конечно, тот. Чувствую, что он. Пацаны, бежим. Быстренько. Ля за кулиси, розетки опять. Ой, я выдыхаюсь, пацаны. Сюда. Отлично. Держимся группкой, ребята. Потихонечку, ребята. Вот, ребята, сколько посвистели, столько лайков и будет, конечно же. Господи, где мы с тобой вообще? Так, мы что-то должны найти, Нажми на Z. Оу, фотик. Опа. Спасибо огромное, братик. Охренеть, так еще больше атмосферности, ребята. Смотрите. Вау. Так. Опа! Вот стрелка, нашел. О, чуваки, нашел! Опа! За мной. Загрузка пошла. Подождите, что? Это не выход, где я? Я вообще ничего не вижу, братишка. О, фонарик же у нас есть, точно. Так, а что это тогда? Так, братишка, погоди. Вот, нормально. Побежали. Потихонечку. С нами рыцарь. Трики. Господи, чего мы боимся? Чего мы вообще боимся-то, ребята? Мы ничего не должны бояться. Офигеть. Напоминаю, мы до сих пор играем в Roblox. Ребята, мы до сих пор играем в Roblox. Я в шоке. Да сука, а чё, это бесконечно, что ли? Да... Сколько мы еще бежать-то будем? О, погоди, вон выход. Ребята. Ого. Что это? Вентиль? Что нам надо сделать? Мне нужно найти все 6 клапанов. А, ну изично. Я не хочу, чтобы вы меня видели. Братишка, стой. Что происходит? Тут тонем, мы тонем. Так. Что-то чувствую, ребятки, что пора нам отсюда уходить. Что меня убило? Охренеть. Когда стучится сердце, беги рядом, монстр. Жесть. Охренеть! Боже мой, пацаны, тихо. Это что за... Это что?
Что за хрень просто? Ля канализация, ребятки. Ой-о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 й. Да господи, голова Трики тут мешает немного. Мы есть Веном. Ребят, я так понимаю, у меня осталась, да, одна жизнька. Одна жизнька. И все. И все, пацаны. Ребята, да вы заколебались, что она тут-то находится? Ой, красава какая! Ну, какая красивая. Так, бежим, 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 пацаны, быстренько. Что с этим клапаном? Давай, пока. Да господи, вода! Это дрянь еще. Не надо, не надо ко мне, не надо! Боже мой! Let's go, let's go, let's go, let's go! Это дрянь очень быстрая, Трики, беги! Беги, 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 Форест! Твою мать! Какие-то эксперименты, ребята, СЦП, блин. Вон, вижу красную лампу. Это значит, что мы туда пока не можем пройти. Видите? Ёпарасоте, да что вы творите-то? Так, сколько осталось, ребят? Нам надо 6. Нам нужно 6. Боже мой. Монстра пока нет. Так, 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 так. Охренеть. Так, если что, свистим. Я не знаю, конечно, вот эти свисты, они... слышны для монстров. Господи, симулейшн. Ядро какое-то мы собрали. Одно из 8. Прикинь. Охренеть. Так, ребята, клапан, клапан, клапан нам нужен. Еще, еще. 2, по-моему. Мне нужно найти крышки. Какие крышки? Ты что, Fallout переиграл, дядя? Крышки, блин. Ладно, хоть не бутылки. Мне надо найти бутылки. Пару бутылок и сдать их. Опа, клапан. Погоди, по-моему, мы вернулись. Ля. Братишка. Если я не ошибаюсь, то мы... заблудились. Чувачки, мы заблудились, но монстров хотя бы нет, ребята. Свистеть могут и монстры. Что? Свистеть могут и монстры, прикинь? Ты думаешь, типа там твой братишка, а там на самом деле хрен моржовый. Охренеть. Охренеть, прикинь. Так, 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 так. Скамейка какая-то. Зараза, где эти вентили? О, все, все, пацаны. Все, отлично, кайф, ребята. Все. Давайте сюда, братишки. Погодите, мы никого не забыли? Еще один вроде браток с нами был. Или нет, не помню, ребята, не помню. По-моему, нас трое было. Бравых братишек, не? Вон, идет, идет. Нормально, я же шучу, конечно. Вот, кайф. Так, отлично. Нам сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Охренеть, а чё так глубоко-то, боже мой? Мы не задохнемся нафиг? Ребят, по-моему, я умираю. Надеюсь, это так и задумано. А не, а, не-не-не-не, так и задумано. Мы не умерли. Хорош, я уже думал, типа, все. Так, и мы очутились. Такое чувство, что мы опять на первой локации. Так.
Опа, а здесь мы только... А Вову... Летят они, подзагружаются. Хорош. Боже, дом какой-то, смотри, что нужно сделать? Что это? Я даже не знаю. Ребят, на окошке какие-то похожи. Кухня. Какая-то кухня. Охренеть. Ну, почесали, я не знаю. По ходу дела разберемся. Ого, окна. О, тут до хрена, смотри. Братишки толпятся. Ну, погнали. Такое чувство, что мы в каком-то музее или... Опа. Охренеть. Что происходит? Ты видел, как он сиганул? Что за фигня? Мы вообще на потолке! Боже, что за... Что за лютая дичь происходит? Этот путь? Ну, конечно, этот. Давай, братик. Так. Что такое? Хм, странно. Короче, здесь не надо смотреть, надо слушать. Или это монстр все слышит, но не видит. Короче, одно из двух. Братишки, тут монстр не видит, а слышит. Если он рядом, стойте. А, все понял. Пацаны, вижу его. Вижу. Ля какая чувырла. Ну, бродягу пошел. Пойдет, пацаны, пойдет. Погнали, погнали, ребята. Тихонько, тихо. Ой-о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 й. Охренеть. А, смотри. Потихонечку погнали, пацаны. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихонечко, тихонечко. Так. О, открываются. Охренеть! Но это первая смерть, поэтому... Или не особо-то первая, но ничего. И тут... А погоди, и свистеть тут получается тоже нельзя. Опа, я, кстати, здесь один заспавнился. То есть братки уже там шарятся. Ну или нет. Походу минус один. Минус три в уху. Не издавайте ни единого звука. Понял, понял, ребята. Охренеть. Спокойно, братишка, спокойно, успокойся, успокойся. Все будет хорошо, все будет хорошо. Давай, аккуратно, аккуратно. Ой-о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 й. Я пошел отсюда. Я должен найти ключ. Охренеть, прикинь, как надо пошебуршать. Тихо-т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 ихо. Можно еще прятаться, оказывается. Ключ нашел. Жесть, просто жесть, прикиньте. Так. Тебе нужно три ключа в ящиках. Ах. Вот, ключ у него сзади есть, кстати, смотри-ка. Ты это попробуй найти. О, спасибо огромное, нифига себе, спасибо, шокер, спасибо. Всего тебе хорошего. Охренеть, он мне пиццу скинул, пацаны. Братик, спасибо огромное.
Не настоящую. Тихо. Спокойно. Иди отсюда. Ага. Можно реально прятаться, ребят. Тихо, трики. Погоди, нет. О, спасибо, Альберт, спасибо тебе тоже. Офигеть, сегодня день донатный день. Аллилуйя. Я нашел последний. Братик, ты что такой умный? Ты что так хорошо наш ходишь? Все, дай посмотрю. Она где-то тут? Да, она тут. Вроде один ключ у тебя. Ля, ты шо? Ты шо спер с моей квартиры, что ли? С моей хаты ключ? Один в один, как у меня. Ты шо? Так, и теперь один вопрос, куда идти? Ребятки, а чувствую я, что вон туда вот, наверное. Ля, я снимаю, пацаны, я снимаю. Охренеть. Тихо. Успокойся. Нам звонят. Вам звонят. Идите. Да, вам позвонили. Все, уходим, пацаны. Хантер, беги. Ля, куда нам теперь эти ключи сраные? Вот сюда, замки. Братики, здесь. Мне нужно активировать все кнопки за этими воротами. Ой, мама! Бродяга, не беги. Мы беги, а мы... ты не беги. Чувачки, погоди, не разбредаемся. Так. Какой-то магазин напоминает. Ой, господи, сейфы. Смотри, всякой ерунды. Так, бродяга тут, на месте. Здесь еще какая-то хрень. Кнопка. Там какая-то кнопка. Ищем, ребята. Что здесь нужно нам сделать? Офигеть. В каждой кнопке одна комната. Тьфу ты, блин, в каждой комнате одна кнопка. Так, выходите, ребятки. Тит, тварина. Ребята, нажимаем на кнопочки. Let's go. О, слышу, нажимают. Эта тварь уже с нами. Понимаешь, за нами. Она привязалась, она как собачка уже. Знаешь, в чем прикол? Кнопку вижу, братаны. Хорош, есть, зелененькая. Пойдет, ребята. Так, теперь сюда. Тварь там. Так, как мне здесь кнопку найти и как ее активировать, блин? Это ж нифига себе надо как... потеть. Прикиньте, как надо попотеть, охренеть. Где она? Кнопочка, ты где? Вот она, прикинь, как она далеко! Вау! Так, ладно, браток, после кнопок иди на начало, там дверь. По звукам эта тварь где-то здесь. Ребята, посвистите, чтобы я знал, где вы. Ля! Так, вроде кнопки все активировали, да? Тихо, тварь это. Очень-очень близко, ребята. Тихо. Охренеть, посмотри, как она вообще выглядит. Так, следующее, ребята. Вон там и вон там. Да, давай, разделяемся. Блин, интересно, реально. И это Roblox, понимаешь? Охренеть. Мы пойдем с вами, знаете, чуть дальше, наверное, какой-нибудь экшен. Это 100%. Знаешь, какой? Может, Fall Guys, типа? Ну, тут, по-любому, может, такой режим есть. Понимаешь?
Хотя, наверное, проще просто в Fall Guys идти, потому что он бесплатный и... Не знаю. Не знаю, ребят. Надо что-то, знаешь, повеселее. Вот этот очень страшный режим, а надо на что-то повеселее, братик. Так. Ну-ка, давай, давай, ищи кнопочку. Нашел кнопку? О, хорош. О, хорош. По звукам там кому-то хана. Кому-то головку, так сказать, немножечко, чуть-чуть. Все, вроде бы, ребята, все активировано, можно идти на начало. Тихо-т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 ихо, спокойно, спокойно, я свой. Так. Пресев. На бродяху пошел. Так, нам надо на начало, ребята. Все, побежали, побежали быстрей. Я уже в начале, да? Удобно, удобно, кстати, удобно. Опа. А, вот оно как. Вот оно как работает, ребята. Ждем вас всех, я вам скажу. Режим Бравл Старс даже есть в Роблоксе, прикинь. Го, потом в игру кальмара сыграем. Может, может. Почему бы и нет? Там реально. Надо бы сыграть, братишка. Чё нет-то? Так, во, наши братишки уже тут. Let's go, погнали. Чё тут за фигня? Какие-то... Тоже как будто, знаешь, кнопки. Но это фонари, это фонари. Камера. Бесконечная лестница, ребята. Ну шо, погнали, погнали, ребята. Когда живешь на восьмом этаже и спускаешься, и спускаешься, и спускаешься. Мама за хлебушком послала. Давай, давай, братишка, на перегонки, давай вот так вот, прыгай просто, просто прыгай. Чё это так много-то? Господи, а ты прикинь подниматься, вот это я понимаю, а. Попробуй поднимись. Ой, зубы. Я уже стоматологом себя почувствовал. Так, мы в какой-то... Ни хрена себе. Бассейн, ребята, искупнемся. Уф, хорошо, ребята. Сейчас такая жара, что вообще... Ой, кайф. О, еще раз. Ай, бомбочкой, бомбочкой, пацаны. Ну-ка. Хорош, ладно, накупался я. 4 бассейна, 4 братишки. Круто, у каждого свой бассейн. Но найдется умник... который везде нас сыт. Так, вот это вот интересно, как туда попасть. Так, нам сюда куда-нибудь. Так, чуваки, сюда. Нам вроде как бы сюда. И здесь должен быть какой-то монстр. Не знаю какой, но... Ребятки, хрен знает. Еще один монстр, который все слышит, все видит. Опять бассейн. Да ёкарный бабай. Лабиринты опять заколебали. Так, наверное, нам сюда. Братики, нам сюда. 100%. Инфосотка. Тут нет монстров. На этом уровне нету монстров. Ой, ну это нам повезло, повезло. Значит, офигеть. Так. Не-не-не-не. Не-не-не, не прыгаем, не прыгаем, чуваки. Не, это понятно, мы поняли все это. Прикинь, я бы чокнутый был бы. Ребята, вроде как выход нашел и в бассейн прям бомбочкой, ля. Не, я уже понял, что это спавн. Не-не-не, чуваки, так не делаем. Идем дальше, где-то здесь что-то. Ну-ка. Охренеть. Что здесь происходит вообще? Вот сейчас прикол будет, знаешь, в чем? То, что если мы в бассейн грохнемся, мы заберемся или не? Братишка. Не, вроде нормально. Так, нам сюда. Нам сюда. Опять бассейны эти сраные. Трубы. Так, ну тут похоже, как будто нам сюда. Если честно. Что?
Это стекло. Это стекло. Прикинь. Я такой сначала смотрю, труба какая-то. Это стекло, прикинь. А, смотри, синяя труба какая-то. Еще одна. Розовая. Боже. Желтый. Ну, желтый это типичный, стандартный. Ну-ка, погоди-ка. Что-то чувствую, что я здесь смерть свою найду почему-то, ребята. Ну, я не знаю. Давай. Чуваки, вы где? Вроде как нашли, ребята. Ну, Чешо, вы где, пацаны? Блин, один... Где-то, где-то такой маленький. Уи. Они, походу, долго будут искать. У меня есть такое предчувствие. Ну что, отправимся туда, ребята? Завтра, если что, в ФНФ я буду... Заходи, все ТПшнутся. А, понял. Все, тогда мы идем. Охренеть, мы уже с тобой снимаем-то. Все, заходим тогда. Погнали. Погнали, ребята. Ну-ка. Опа. Опачки. Что это в темноте? Какой-то пацан. Че, Слендер, что ли? Какие-то колючки. Охренеть. Боже ты мой. Вообще темно. Блин, чуваки, ни хрена ничего не вижу. Вот какая-то... Я ни хрена ничего не вижу. Тут бы яркости. Офигеть. Браток, на этом уровне монстр принимает скин того, кого он убил? Офигеть. Реально? Камеру юзайте, чтобы понять, наш он или нет. А, ни хрена? Офигеть. Слушай, это очень круто. Это очень круто. А это, получается, режим сделан по какому-то фильму за кулисье? Ну, на ютубчике, да? Я вообще просто не вкуриваю, что это такое. Надо посмотреть обязательно. Так, ребят, я за вами иду. Короче. То я вас вел, давайте теперь вы ведите. Мы должны найти, я так понимаю, выход. Какие-то дыры. Опа. Пачки. Да ни хрена тут ничего нет. Ребят, просто поставьте яркость на максимум, чтобы мы спокойно прошли этот уровень. На этом уровне двигайтесь вместе. Где бродяга? Ребят, бродяга пропал, если честно. Похоже. Охренеть, смотри, что за фигня. Вверх тормашками. Бродяга и нет, ребятки, бродяга пропал. Ребята, бродяги нет. Бродяга? Возможно, бродяги уже и нет. Его сожрали, ребята. Скорее всего. Что там? Что там он говорит? Опасайтесь бродяги. Это он может быть монстр, не наш браток. Да бродяги уже и нету. Уже его и не существует, ребята. Мы идем дальше. Бродяги уже нет. Его уже не спасти, ребята, я знаю. Его уже не спасти.
Ребята, идем дальше. Он уже стал монстром, ребята. Бродяга, напиши. Напиши в чат, если ты еще живой. Или я монстр, напиши. Там монстр сзади был. А уже? Господи, нас трое осталось. И это монстр! Не слушайте его! Уходим, убегаем! Убегаем! Бежим! А прикинь, это не монстр, это просто бродяга. Но мы его уже опасаемся, прикинь. Ой, блин. Я... Да, он говорит, он в начале, прикинь. Это монстр, все, бродягу сожрали. Ребята, уходим, убегаем. Боже, где, куда идти-то? Ой, боже, это вообще ужас какой-то. Чувачки, это ужас какой-то. Давай, let's go, let's go. Я за лего-человечком бегу. И за рыцарем. Ой, у меня есть такое чувство, что всех нас тут и похоронят. Опа! Красава, нашли! Есть, молодцы. Да, бродягу, прикинь, оказывается, все-таки убили. Я бы, конечно, хотел посмотреть, что это вот. Опа, опа. Где мы? Ё-моё, только не это, только не это. Какой хороший парень, а? Ну, посмотри. Довольный, главное. Ой, у меня есть такое чувство, что нам надо бежать. Ребятки, беги, Форест! Беги, выход, 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 выход. Ёб твою мать. Ну все, нам хана, ребятки. А, ни хрена, я чуть не сдох, ребята, вы молодцы, вы красавчики. Бежим, 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 бежим. Монстр очень сзади. Очень-очень-очень-очень-очень близко. Очень-очень близко. Очень-очень страшно. Ой, братишки, меня походите! Нет, не бросайте! Я еще не монстр! Убегаем, Форест! Беги, беги, братик! Охренеть! Адреналин наш, ребята! Вон, 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 вон! Ребятки! Свистим, пока люлей не дали! О, господи! Let's go, let's go! Охренеть! Бродяга, беги! Пацаны, вы где? Бродяга! Ой, сзади, он прям сзади, ребята! Давай, 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 Форест, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Жесть-то какая, охренеть. Знаешь, как будто сигнализация у бати на машине сработала. Мне такое чувство, что мы кругами уже, ребята, если честно, пытаемся. Ой, пацаны, все, нам походу. Батя, батя. Я не трогал твою ласточку, честно. Жесть, это просто жесть. Шкафчик, чтоб спрятаться, ну да. Походу, ребят, вы сейчас увидите скример. Потому что мы кругами бегаем. Ну где выход настоящий? Охренеть! Вентиляция тут, конечно, мама, не горюй. Коробки какие-то. Так. Опа. Боже, ну где выход-то? Где выход-то? Ой, господи, я думал, это зубы монстра, а это зомби... Ой, господи, бродяги. Зубы бродяги. Зомби, зуби. Леху мы потеряли, ребятки. Опять настрою. Леха, беги.
Офигеть, это очень круто, вот честно скажу. Все, беги, беги, Форест, беги, давай, давай. Пока люлей не дали. Ух ты, ля, как просто вот так вот, с локтя. Красавчик просто, молодец. Все, выбрались, ребят. Ё-моё, мы еще не выбрались. Мы еще не выбрались, чувачки. The end. В каком-то супермаркете, ребята. Ну что там? Пожрать нету. Какая-то газетка старая, потрепанная осталась, и все. Все полки пустые, ребята. Прикиньте, вот тебе Икея. Ну что? Сколько пацанов осталось? Нормально, все наши живы. Шлепыч, все окей. Компьютер, ребят, кудахтер, нормально. Ред, чего, блин? Ред 1, приоритет 1. Ну-ка, давай, код. Сейчас вбиваю, ребята, сейчас. 2, 1, 3, 2, 1, 3. Пойдет, ребятки, пойдет. Ошибка. Ля, какой код-то, чешо? Что там у нас? 2, 3, 1, R, 2, Ш... Господи, там чувак такой думающий. Ну, как кайф, ребята. Здесь опять, надеюсь, монстров не будет на этом уровне. То есть здесь надо думать. Думать придется. Тут штука красная. Дай посмотреть. Штука красная и вправду есть. А тут какая-то серая. Тут зеленая. Охренеть! Ой, пацаны, это придется считать. Офигеть, на полках все пусто, кроме каких-то этих. Не входить. Взламывай, взламывай, пацаны. Нет, не хочет, не хочет. Блин. 1, 2, 3 может, QWERTY? Какой-нибудь код. Еще одна зеленая хрень, красная. Нужно, чтобы было 1000 IQ. Реально, блин, реально. Мне кажется, все, мы в ловушке, ребята. Мы, ребята, в ловушке. Нам не выбраться отсюда. Вот еще красная хреновина. Ладно, давайте задание посмотрим еще раз. Так. Смотри, две этих, три синих, одна зеленая. Хотя, кстати, зеленую, ну да. 2, 1, 3. Он не читает, он играет. Я, ребята, пытаюсь, конечно, прочитать. Не, ну это изи. Тут разные кубики раскиданы, надо посчитать их всех. И получить код. Посчитай, сколько кубиков каждого цвета. Охренеть. Да уж, кайф, конечно. А что там написано? Ну-ка, погоди, дядь, да, отойди. Удаление сферы. Red 1, Green 2, Blue 3, Grey 4. Тут Grey, кстати, тоже есть. Yellow 5, Purple 6, Orange 7. А, количество. Б, код. Color. Ля ругается, ты слышишь? Ты слышишь? Типа ошибка. Блин, как это круто. Охренеть, что за режим. Так, смотри, давай, короче, посчитаем. Насчет, начнем с красных. Давай, один. Короче, сколько тут красных кубиков? Этих кубиков, ромбиков. Ля, газеточка. Что, обратно-то приклеил, смотри-ка. Так, раз красный. Попробуем сколько. Охренеть, охренеть. Это просто для гениев, ребята. Для Эйнштейнов тут задание какое-то. Этот пытается сюда взломать код. Блин, это прикол, ребята. Это просто прикол. Два. Два красных. Отлично. Так, проходим, 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 ребята. Тут ни хрена ничего нет. Ну, короче, два красных всего. И шо? И шо мы вбиваем? Получается. Что ошибка-то? Один, два. Дядь, как водить-то? Ля, компьютер хака. Хацкеры работают, ребята. На максималках. Один минус два равняется... Ай,
ребята, что там равняется? Минус один. Да какая ошибка, все правильно. Один минус ноль равняется один. Братик. Братик, этот кудахтер сломан. В топку его. Как эту хрень, блин? Пиши два. Хрен там, блин. Блин, да дай мне посмотреть. А, так, смотри, 41 равняется 4 красных. Количество B код color. Это пример. Example. 1, 4. Ой, боже мой. Ёб твою мать. Мы, походу, тут все просрем, ребята. 41, 27. Ля, дядя! Я не могу понять, ребята. 2-2-2, попробуй, вдруг сработает, реально. Ёпарасете, чуваки. Блин, ну тут, конечно, супер-мега-гении собрались. Но сейчас мы что-нибудь придумаем, ребята. Погоди, комбинейшн? 2-3-1. 3-1. Смотри, сначала у нас сколько всего красных? То есть красных 2. 2-1. Ну, короче, надо ввести... Ага, я понимаю, короче, все, я понял это. Red 1. Во, все, до меня доперло, ребят. Но погоди, а второй здесь... Blue, но почему он как двойка? И у меня тут антивирус, прикинь. Напиши 8-800-5-5-5-3-5-3-5. Проще позвонить, чем кого-то занимать. Ну, реально, может, 2-1-3-2-1-3. Да, блин, прикол в том-то, я не понимаю, как это... Что это за хрень? 2-1-3-2-1-3. Это не сработает. Видишь, он ни хрена себе, он заругался так как... Ребята, супергении, вы должны нам помочь в чатике. На 5, 6, 1, 2, 3. 1, 2, 6, 3. Дядь, ну что-то вообще сложно, сука. Что так сложно? Мы тут что? Мы тут для этого, что ли, собрались? Перед монитором, ля. Ну чешо, понятно все, ребятки. Что он говорит, я не вижу. Пиши, гений в чате, помогите, помогите. Ля, трики пытается додумать. Ну что там, как? Ну давай, давай, брат, может еще поближе монитор вдруг сработает. Залезь туда вообще. Ух, блин, сука. Ну старый монитор, видно, ребята. Поэтому не работает. Поэтому не работает, ребята. Клавиатуры-то нет, мышки-то нету, ребята. Все, все понятно. Ля, системника нету, поэтому и не работает, ребята. 666, пиши. Короче, погодите, давайте смотрите. Red. Два красных. Давайте сочетаем. Так, давай потом зеленый, да? Раз, зеленый. Давай, короче, быстро сосчитаем. Тут пытаются братки. Сколько всего этих шаров? Во, еще один зеленый. Красный. Два красных. Погоди, три красных? Дядь, да у нас проблемы. Мы неправильно его еще и считать не умеем, походу, дядя. Прикинь. Короче, три красных. Два зеленых. Записывай, как говорится. Два зеленых, один серый. Вот как-то так. Короче, три красных. Два зеленых, один серый. Все, мы тут все просмотрели. Вот тут единственное. Все, тут ничего нет. Короче, четыре красных же. В смысле четыре красных? Погоди, брат. Мы что, считать вообще не умеем? Раз красный. Дядя. Не-не, три красных. Дядя, где там? Два красных, три зеленых. Это вообще уже в чатике вообще угар творится, ребята. Вообще, господи. Ой, блин. Там 4 было. Брат, давай еще считать. Это жесть. Так, короче, вот мы на входе. Мы такие, давай, полочку.
Ни хрена нету. Здесь тоже давай. Помедленнее, братик. Ни хрена нет. Здесь тоже ни хрена нет. Здесь тоже ни хрена нет. Здесь тоже ни хрена нет. Ни хрена нет. Ни хрена нет. Ни хрена нет. Тут ни хрена. Здесь красный. Раз красный. Так, серый, зеленый. Даже маленькие паучки осматриваем, братик. Все надо посмотреть. Здесь ни хрена, здесь ни хрена, здесь ни хрена. Здесь ни хрена. Здесь ни хрена, здесь ни хрена. Здесь ни хрена. Во, смотри. Два зеленых, два красных. Уже три красных. Все. Ёб твою мать. Короче, три красных, два зеленых и один серый. И что это значит? Для зубы крутые. Хорошие зубы, кстати, белые, чистит. Итак. Значит, три красных. Red 1, боже мой. Ёпарасете. Смотрите. РБ. Ребята, ну тут 2, 4, 3, 5, 1, 7 там уже спамят. Ну-ка, братики, давайте попробуем. 2, 4, 3, 5. 5, 1, 7. Ля, ошибка, ребята. Так, приоритет 1. То есть red. Например, 6 удаления сферы. 2 красных. Сначала, короче, количество, потом цвет. Все, братишка. Давай, вот сначала. Так, сначала у нас количество. То есть у нас 3 красных. Первый номер. Потом зеленый. Два зеленых. 3-1, 2-2. Потом количество 1-4. Гений. Гений просто, ребята. Гений. Смотрите. 3-1-2-2-1-4. Ну-ка, кто-нибудь хоть написал? Да, тут начинают. Ну, я не подглядывал, пацаны. Ну тут написали. Хорош, 5-2-40. Ля просто, красавчики просто. И в чатике тоже молодцы. Молодцы, давай. Ля, вы это сделали? Спустя, не знаю, минут 40, наверное. Давай, что там, ругается, смотри. 5-2-40, давайте. Дайте ему классочек за это. Ля, да не сюда ты, братишка. Вот сюда. Ля, мы тут вообще красавцы, ничего не скажешь. Ну, короче, сюда, ребятки. Ой, тут не сюда. Ну-ка, погоди. Ля, тут, блин, да я что, много сожрал, что ли? Что так плохо так? Да. А что за фигня? Погоди, братишечка. Ребята, худенькие есть тут. Как вы сюда забрались? Вы, слышь? Ни хрена себе вы. Охренеть, ни хрена. Ни хрена охренеть, ребятки. Вы что творите? Так. Ля, тут уже задачка, конечно, если сюда нам... Ля, просто смотри, надо худым каким быть. Охренеть просто, я не знаю. Давай, братик, сюда. Ребятки, сюда. О, нашел что-то. Что-то нашел, братишка. Все, на выход. Братишки, давайте, вы где там? Чешо, где вы? Ребятки? Они потерялись, они не могут пройти, ребята. А, во, не, погоди, уже тут. Че, я один, что ли, там? Let's go, братишка. О, как тут прям слышно так. Так, нам сюда. То же самое. Красная хрень. Красная хрень. Офигеть просто. За нами идут, братишки. Да, если бы здесь монстр был бы, мы бы охренели, ребята, потому что
Потому что хрен пройдешь. Оу, а как здесь проходить? Погоди. Братишка, господи! А как здесь пройти? Воу. Во, во, бродяга здесь. Ля, как будто монстр, ребята. Вот это намного страшнее, ребята. Блин, а где Хантер? Где он у нас? Погоди. Как сюда пройти-то, господи? Я не могу, я слишком что-то растолстел, ребята. Пролезайте, пролезайте давайте, братки. Блин. Голову вверх. А что там? Охренеть, просто гении в чате, ребята. Охренеть, огромное вам спасибо. Охренеть, голову вверх, типа надо было здесь. Я в текстуры упал и умер? Реально? Жесть! Жесть, ребята. Аккуратно. Не-не-не, я лучше не буду прыгать, ребята. Я лучше не буду прыгать. Охренеть. Так, ладненько. Нам сюда. Давай, братишка, вперед. Да где же там выход-то уже? Ёкарный бабай. Да ё-моё, мы как будто уже тут чисто кругами ходим. А, голову вверх. Офигеть. Вы почти прошли. Охренеть! Так, сюда нам. О! Опа, опа, пацаны, мы наконец-то, наконец-то, боже мой. О, нет. Нет, это не подойдет здесь. А какая? Какая комбинейшн? Не, чё, реально? Ноль-ноль-пять давай попробуем. Охренеть. О! А все работают? Могут выписать? А, все можно. Я такой думаю, ни хрена себе. Ладно. Охренеть. Это хоть точно Роблокс? Я отвечаю, это Роблокс. Я сам вообще офигел. Капец. Так, мы практически уже добрались, ребята. Правда, втроем, к сожалению, потому что один наш братишка сдох. Потому что в текстуры упал. О, боже, и здесь, в ожидании команды. Давай, братик. Waiting for command. Желание команды. Давай, ботинг. Какой еще ботинг пошел? Ёкарный бабай. Ботинг какой-то. Перезагрузка, короче, ботинг. Открытие терминала. Так, это, конечно, шикарно, что открытие терминала. А вот. О, серьезно? Ни хрена себе. А погоди, Леха-то тут. Может, Леха-то... Леха! Лехе опять идти не надо. Понимаете, в чем прикол? Леха специально, походу, помирает, чтобы быть самым первым. Чтобы сразу раз и все. Ну что, чувачки, давайте, let's go. Все, я не знаю, правда, Хантер тут? Нет. Все, на выход, ребята. Я за вами пошел и потерялся. Блин! Тебе надо было, наверное, просто на спауне быть, братишка. Как в прошлый раз, короче. Так, вот эта книга с глазами, смотри-ка. Все, мы куда-то опять же идем. Боже, неужели мы пройдем игру? Охренеть, да прикинь, это Роблокс, мы до сих пор играем. Че, еще что ли один уровень? Да ты че, дядь, гонишь? Да ты гонишь. Если еще там уровень, я просто в шоке. Офигеть.
Офигеть. Сыграй в Tower Defense Simulator. Там надо защищать башни. Опа, это ты хочешь сказать, что здесь? В Роблоксе? Еще три уровня! Да ты шо, блин, прикалываешься, что ли? Это на сколько здесь часов? Охренеть. Офигеть, боже мой. Так, пацаны, ну ладно, у нас жизни есть. У меня, если что, там три жизнь или две. Так что нормально. И тут, если что, можно перезапустить. Так что не переживайте. Мы, если что, перезапустим. Так что погнали. Блин, вы заметили, что еще темнее и темнее становится все это? Это жесть. Ты посмотри на это. Господи. Можно прятаться. Хантер, а что ты спрятался? От кого? Тут никого нет, братик. Блин. Какая-то жопа, если честно. Ой, блин, пацаны. Ой, я, по-моему, заплутал. Охренеть, мы все потерялись. Кайф, конечно. Это, конечно, кайф. Ой, нормально. О, камера нормально. Чуть-чуть помогает. Все, нормально, все вместе. Вперед. Попробуем за бродягой теперь. Бродяга, веди. Шкафчики. Ну, тут похоже, что монстр есть. По звукам. Ёп твою ж налево. Не. Ой-ой-ой. Ребята, не хочу я помирать. По звукам где-то здесь монстр ходит. Ребята, как с этим монстром? Ё-моё. Ну я слышу, ребята. Слышу его. Погнали от монстра. Опять мы разделились, ребята. Эти лабиринты меня доведут просто. Уже. Так. Боже, тупик. Дядь, это пипец. Нам нужен выход. Как будто монстр, слышишь? Не, нахер. Я туда не пойду, ребят. Я слышу там монстра. О, господи! Я тут, братишка. Охренеть просто. Боже, ну почему? Здесь тоже тупик сраный. Короче, я так понимаю, где-то должна быть нормальная дверь. Или, не знаю, там портал, хоть что-то, короче. Ой. Бедный бродяга. Не, он вроде заспаунился, не? Монстр тут. Слышишь? Лапочки. Слышишь лапки? Он тут где-то. Он где-то тут.
Охренеть, тут можно годами, годами просто бегать. Фух. Не, с камерой получше немного, ребята. Я как бы в игре, но бесконечная загрузка. Опа, что-то нашел. Так, ребят, что-то нашел, да? А что такое? Почему я... Это спаун, да? Это спаун? Мы здесь заспавнились. Мы наспавнили, мы на... Что там за жизнь происходит? Боже, он разозлился. Ся. Здорово, Хантер. Братишка сидит, братишка не вылазит. И правильно, наверное, делает. Охренеть, да куда ж бежать-то? Я вообще не... О. Ага, братишка заспавнился, я понял, я понял. Короче, это спавн, ребята. Кстати, я только сейчас понял, что вот так вот можно делать, прикинь. Если что, на камере. Охренеть. Ну боже, ну должен же быть выход какой-нибудь. Где-то он должен быть. Ну что ж такое-то? Фух, как я устал от этих лабиринтов. Охренеть, просто охренеть, посмотри. Где он? Где он? А, браток, вроде нужно найти лампочку и где-то возле нее выход. А. Фух. Фух. Господи, какашечный монстр убил меня. Боже мой. Ё-моё. Somebody. Это грязь от Шрека. Боже мой. Так, и мы с тобой... Да, вот здесь вот. Охренеть. Сейчас прикинь, если монстр болотный здесь прям. Где этот сраный выход? Я вообще не понимаю. Я нашел лампочки, ищу выход. Давай, давай, братишка, давай, 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 давай. Let's go. Давай, давай, давай. Все, там уже один братишка вроде как нашел лампы. Давай. На выход сразу тогда. Где эти сраные лампы? Боже, только главное, чтобы он не сделал. Прикинь, он сразу нас почуял. Опа. Опа. Хрен там плавал, ребятки. Конечно. Я думал, я такой худенький. Не. Хрена. Я охренею, ребята, где? Боже, спаун, сука. Ребята, ну давайте, давайте, найдите выход. Я не хочу здесь помирать. О! Так, по звукам кого-то хлопнули. Опять же, ребята. Походу, мы здесь обречены. Монстр вылез из унитаза. Фу, я бы не хотел быть убитым этим монстром. Боже мой. Фу, блин. Так, шкафчик. Ага, по звукам уже слышу. Нормально так. Четенько этот какашка-мен
работает, урабатывает наших братишек. Он где лампочки будет? А, где монстр, там и лампочки. Ну, все понимаю. Все, иду, иду. Надо к нему, да, просто подойти, и все. И он пропустит, понимаешь? Надо просто песенку напеть какую-нибудь. Ну, пацаны, он где-то здесь. Сука, он здесь. Ребзя. У него урчит. Урчит в животе. А нет, ну где? Я вот тут. Братишки, я здесь. Дерьмо-монстр. Сука! Как нам пройти этот уровень? Я не знал, что мы столкнемся с такой угрозой. Как играть? Так. Тихо-тихо, дерьмо-монстр должен меня не найти. Опа. Опа. Опа, пацаны, так. Опа. Стулья какие-то, лампа. Пацаны. Походу, он что-то нашел, слышишь? А, все, дерьмо-монстр нашел меня раньше. А какого хрена? Блин, дерьмо меня нашло. Сука, я не хочу умирать. Мама, я хочу жить. Это просто жизнь. Это выход. Кайф. Кайф просто. Охренеть. 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 А в смысле он здесь и там? Блин, я не найду сейчас второй раз, где эти сраные лампочки, пацаны. Габелла. Братишка, выходи. Ну, мы, походу, проиграли. Он симпай при мне убил. Я убегаю. Это жесть. Сука, меня это бесит уровень. Чисто без камеры. Я не знаю, может без камеры нам? Блин, без камеры как-то надо труднее. Дерьмоед где-то здесь. Оу, щищ. Сраное дерьмо, ты меня заколебал. Да какого хрена? Это что он быстрый-то такой? Ну что же, друзья, мы, в общем, пока что закончим на этом. Мы практически, по-моему, уже на финале, но, ребята, что-то здесь сложное. Этот дерьмо-монстр нам покоя не дает. Мы еле-еле как, короче, нашли зеленый свет, и при том, что-то лестницу я там нифига не нашел. Ну, в общем, в следующий раз, если вам зайдет, обязательно ставьте свой жирненький царский лайк. Вот, братишки, залетайте в Телеграм. На этом все, бай-бай, дорогие братки.